Всем привет! Меня зовут Нина Фролова, и это урок русского языка. Сейчас мы на острове. Погода отличная. Сейчас зима, холодно, но солнце светит ярко. Тут все зеленое. Там лошади. Потом мы будем обедать. На обед у нас мясо, салат и овощи. Очень вкусно. Тут очень красиво. Деревья очень большие и зеленые. Это мандарины. Мандарины оранжевые. Очень вкусные. А это лимоны. Это лимоны. Лимоны очень большие и кислые. Я не хочу есть лимон. А это река. Река называется Карапачай. Это лодка. Это лодка, на которой мы приплыли сюда. Это дом. Это большой и желтый дом. А это гуси. Это гуси. А еще тут есть куры. Еще тут есть куры. Это курицы и петух. Это петух. Курицы ищут еду. Петух тоже ищет еду. Вам понравился мой рассказ? Да? Отлично. До свидания. До скорой встречи. Пока.